Есть много разновидностей слэша. Двани слэш, шабда слэш. Слэш means embrace. Слэша значит объятия. Because it's considered that a word can only have one prominent meaning. Считается, что у каждого слова может быть одно главное значение. So if two meanings are there, it means that there must be actually two words there, but they've embraced each other. Если звучат два значения, два смысла, то это указывает на объятие двух слов. So Braja Gopis taking Krishna's upakshamai artha, nisheda artha, words of neglect, denial, to be the prominent meaning, they began to weep and offer their response to Sri Krishna. Но главным образом, услышав негативное значение слов Кришны, Браджа Гопи расстроились, разрыдались и обратились с мольбой к Кришне. Yad pati pati surida manubriti ranga Srinam swadharma iti dharma vipridata yuktam Astvaiva maita dupadesha padai traishe Prasto bhavanstanu vritam kilubandhu ratva My Ram devotee, you should not speak such heartbreaking words as this. О, Кришна, тебе не следует так жестоко разговаривать с нами. Твои слова разбивают наши сердца. Because you have told us to go back to Braj, but by shooting us with the arrows of your words, we will all die. Ты we cannot go anywhere. Повелел нам вернуться домой во Брадж, но ты пронзил нас стрелами своих грубых слов, и ты сразил нас наповал, мы умрем, поэтому никуда вернуться мы не сможем. And you have to go back to Braj. By yourself, carrying with you the weight of the sins of killing millions of gopis. И убив нас своими словами, ты сам отправишься обратно во Врач, неся на себе грех, бремя греха убийства миллионов гопи. Санчальча сарвабиша тавапарамула. Gopi said, we came to your lotus feet, giving up sarvabiša, all sense gratification. Мы пришли к твоим лотосным стопам, отказавшись от сарвы вишай, всех видов удовольствия и наслаждений. They did not say anya vishai, all other sense gratification. Они не сказали аня, всех других видов удовольствия. They did not say we have given up all pleasures for you, but sorry, we have given up all other pleasures for you, for the pleasure of meeting with you. No, sarva vishai, that means even coming to you
It was not for our pleasure, but only for yours. Они не говорили Аня Вишай, а сказали Сарва Вишай. Они не говорили, что ради встречи с тобой мы отказались от других видов наслаждений. Что они имеют в виду, говоря Сарва Вишай, что мы отказались даже от собственного удовольствия этой встречи с тобой, потому что все предназначено для служения тебе, Кришна. But мы ничего себе не оставляем. Ответь взаимностью своим преданным. Just like persons who they desire liberation, they are mumukshu, когда... and they worship God, and God gives them to whatever liberation they want. Мумукшу, тот, те, кто жаждет освобождения, обращается к Господу с таким пожеланием, и Господь награждает их тем, чего они просят. So if someone will worship Bhagavan, Lord Narayan, desiring sayuja mukti, impersonal liberation, then he will give that to them, even though he himself will derive zero benefit from this. Если кто-то просит у Господа саюджа мукти, имперсонального растворения в брамане, то Господь даст такое мукти человеку, хотя никакой выгоды для себя Господь от этого не получит. So, if you have qualities, Sasman Namnat Majoyamte Narayana Samo Gunaya, as Bhagacharya has said, you have qualities like Lord Narayan, then Lord Narayan will reciprocate with those who even don't want to serve him. So, Kimuta, how much more you should reciprocate with us who have come here only to serve him. И если ты действительно в соответствии с предсказанием Гаргачарьи очень схож в качествах с Господом Нарайаной, то ты должен ответить нам взаимностью, если Господь дает такое... Какое угодно благо тем, кто просит у него, хотя он не имеет никакой личной заинтересованности в этом, то кимута, что же говорить о том, как ты должен обходиться с нами, которые пришли к тебе служить именно тебе и доставить удовольствие тебе? О, Кришна, you told us to follow dharma by serving our husbands and family members. Ты повелел нам следовать дхарме праведности, служа нашим мужьям и семьям. But the dharma tattva is that this service is not to their bodies, but it's to Paramatma. But суть дхарма таттвы, что служение не заключается, смысл служения не в служении телам, а параматме, которая находится в телах людей. Because when the Paramatma leaves the body of the husband, then Ramam Sandhya, and you give fire to set the body on fire. Потому что когда Параматма уходит из тела мужа, то уже речь ни о какой севе идти не может. Рамнам сатяхе, и поджечь надо труп мужа. So, service is actually to Paramatma. Служение предназначено на самом деле для Параматмы. But you are instructing us in this dharma tattva, so the shastras also say that one should serve the acharya before even the supreme lord. So we will serve you first. Так как ты взял на себя обязательство наставлять нас по дхарма-таттве, то теперь ты для нас ачарья, гуру, и шастра наставляет служить ачарье первому до всех остальных, поэтому мы будем служить тебе. And how much more is it true that if the person instructing one is actually directly the Presto Bhavan, the lord of the heart, the Paramatma himself. А так уже и случилось, что ты не только наставляешь нас, но так и ты еще оказался Параматмой, Господом сердца. Atman, who is the friend of all souls and resides inside the body of all living beings. Друг всех душ и пребывающий в сердцах всех живых существ. So, one may say that the love of Braja is so deep. The residents of Braj, they have no awareness of Sri Krishna's Aishwarya. They don't have Aishwarya Gyan or Aishwarya Bhav. So how can they say, Krishna, you are Paramatma, so we'll serve you? Эти слова гопи могут вызвать недоумение в умах некоторых, которые могут сказать, но Враджаваси не испытывают никакой Aishwarya Bhav и Aishwarya Gyaны. Почему гопи обращаются к Кришне, называя его Параматмой? So, Acharyas have given different explanations. Ачарьи по-разному комментируют смысл этих слов. Firstly, they have heard from Jogamaya Purnamasi Devi the words of Gargacharya that Krishna has qualities like Narayana. Гопи знают из пересказа Пурнамаси Йогамайи о том, что Гаргачарья предрек, что у Кришны будут качества подобные Господу Нарайане. So, also just like a beggar, when a beggar is begging from someone, then they glorify that person. Oh, Your Majesty. You are so great. И также подобно тому, как
шайка пытается любыми усилиями выпросить что-то у кого-то и готов называть их любыми лестными словами и титулами, как «Ваше Высочество, подайте мне, пожалуйста». So that is called Yachak Vritti. Yachak Vritti. The nature of the beggar. Yachak Vritti. They're very desperate that they speak very high glories of the Gospel. Это удел попрошайки, так подлизываться. But our Srila Jiva Goswami Pad in Pratisandarbha gave another explanation which is very beautiful. But Jiva Goswami Pad in Pratisandarbha дает другое объяснение этой ситуации. You see that at the time of meeting, Krishna's sweetness is intoxicating like the rays of the moon. Во время встречи с Кришной его сладость мадурья она затмевает все как ласковые лучи луны. So, in meeting with Krishna, all Brijvasis become intoxicated, and even if Krishna manifests some opulence in his lila, they're so intoxicated by his sweetness they don't see. Общаясь с Кришной, все Брижбаси настолько обмелены, что даже если он проявит сильную айшварию, все равно никто ничего не заметит, потому что все находятся под хмелем мадурии. But separation, Virabhav, is hot like the rays of the sun. То чувство разлуки, они испепеляют все, как палящие лучи солнца. Они очень горячие. So in the moonlight you see something, but something is hidden. But in the sunshine everything is revealed. Лунный свет слабо освещает все, поэтому что-то видно, но многого не видно. Но яркие солнечные лучи озаряют собой все. So in the separation. The heat of separation, like the sun, reveals Krishna's madhurya and also see Krishna's aishwarya. И состояние разлуки, подобно ярким лучам солнца, освещает все и мадхурью, и айшварию Кришны. So one may say, but Krishna and gopis are face to face. Why do you say they're in separation? Кто-то может сказать, но откуда, почему идет речь о разлуке, когда Кришна и гопи сейчас лицом к лицу стоят друг к другу? Because there is Bhut-viraha, Bhavan-viraha, and Bhavi-viraha. Separation in the past, separation in the present, and the fear of impending inevitable future separation. Есть разные виды разлуки. Есть разлука, которая уже состоялась, настоящая разлука в настоящем времени. Также есть Бхави-вираха, страх предстоящей разлуки, переживания по поводу разлуки, которая вот-вот произойдет. So Braja Gopis are experiencing, though they're face to face with Krishna, Bhavi-viraha, the fear of the impending separation because he has rejected them. И так как слова Кришны очевидны, смысл слов Кришны очевиден для гопи, что он хочет, чтобы они ушли, то они переживают вот эту бхави-вираху, понимают, что предстоит сейчас разлука. So the rays of the separation of Braja Gopis is illuminating Krishna's sweetness. And also see Krishna's aishwarya. И лучи вот этой вирахи в Раджа-гопи освещает и сладость Кришны, и также его айшварию. But that means that the gopis' vision of Krishna's aishwarya is not aishwarya. Aishwarya Bhav Janita. It is Prem Bhav Janita. То вот это осознание айшварии гопи это према према. Bhavi, say it. It is not Aishwarya Bhav Janita. It's not Aishwarya Bhav Janita. Yeah, Aishwarya Bhav, but it's coming from their prem Janita. Это состояние вызвано их любовью, их премой. Due to the intensity of separation. Из-за интенсивности чувства разлуки. And yet still, even that knowledge of Krishna's opulence coming from prem is still completely madhurya sweet. Но все же тут полностью удерживается мадурья, даже их как-то вот это понимание его айшварии все равно это пребывает полностью в мадурии. How is it so? Каким образом? Srila Jiva Goswami Pad gave an example. Jiva Goswami Pad приводит пример. When Bharat Maharaj was searching for his deer. Когда Bharat Maharaj повсюду разыскивал своего олененка. He became mad due to attachment. Он обезумел от привязанности к нему. And he saw footprints on the earth and prayed, "O Mother Earth, what austerities did you perform to get the touch of the feet of my deer?" И когда он нашел в лесу следы копыт своего олененка, он стал взывать к Матери Земле: "О Мать Земля, какие аскезы ты совершала, чтобы стать украшенной копытцами моего олененка?" So
due to the madness of separation, he was speaking glories that actually were not true. То есть он уже потерял рассудок от привязанности к этому оленю и уже говорил то, что вообще не соответствовало реальности. So there are two types of mahima: vidyaman mahima and avidyaman mahima. Existing glories and non-existing glories. То есть существует видя махима, истинная слава чего-то, и авидья, то есть несуществующая слава. So when Bharat Maharaj, due to intense attachment, was glorifying the deer, he was speaking avidyaman mahima, non-existing glories. То есть как раз вот это прославление олененка и являлось категорией вот этой видя махимы. So if a person, due to a worldly attachment, can speak avidyaman mahima, what to speak of the attachment of Braj Gopis for Sri Krishna? То есть уже обычный человек может так ослепленный своей любовью и привязанностью к животному попасться на вот это авидьяман махиму, то что же говорить о Брадже Гопи, который трансцендентной любовью любит трансцендентного Кришну? So they can speak glories of Krishna that in an ordinary situation they would never consider to be true, but due to attachment they're saying this. Поэтому в таком безумном состоянии они могут говорить то о Кришне, что они никогда бы при обычных обстоятельствах не подумали и не сказали в его адрес. And by the beautiful irony of Sri Krishna's Lila, the Avidyaman Mahima spoken by the gopis actually is Vidyaman Mahima to those who are in Aishwarya Bhava. Ну, иронично так происходит в лилах Кришны, что как раз вот эта слава Авидьяман Махима и соответствует реальности, что для тех преданных, кто находится в Айшваре, по отношению к Кришне, как раз для них это слава Кришны очевидна, что он и есть Параматма. То есть слова Брадже Гопи являются неописуемо прекрасным выражением их анубав, их любви. What else did they say? Что еще они сказали? We'll hear from our Сейчас мы услышим Парампуджапада Ачюталалбата Чамагара. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गुरुदाव हरि लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यास यस्यास्य कमलगल्तम् वाक्मयम् अमृतम् जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वरातुं कोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवैश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललताश्री विशाखान्वितांश्च
अज्ञानतिग्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मादिजयसन्दूढदर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डलः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशि, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दास, श्री जीव मे कुरुत मंद मते विदयां वितरा। बोलो श्रृंगाल बिहारी लाल की जय। परम श्रीमद भागवत महापुराण वेरी वेरी ऑस्पिशियस श्री श्रीमद भागवत महापुराण राष्ट्राध्याय। Вся слава Парамангал Шри Шримад Бхагаватам и сокровищу Шримад Бхагаватам Раса Панчаджай. Respected Shri Prem Brilliant Prabhu just was describing the essence of Virha and Mila. Дорогой Шри Прем Брилиант Прабху сейчас изложил эссенцию, суть Вирахи и Милана, разлуки и встречи. He was describing very beautifully the essence of Aishwarya and Madhuri. Он красиво объяснил суть Айшвари и Мадхури. The Milan is just like the moonlight, and Vira is just like the sunlight. Встреча это подобно лунному свету, а вираха разлука подобно солнечному свету. The moonlight illuminates only those things who are in the direct contact of moonlight. Потому что лунный свет озаряет лишь, освещает только то, что не, чего он непосредственно касается, а что он падает. That means the courtyard of the house will be illuminated by moonlight, but not the inner room. То есть двор рядом с домом будет освещен лунным светом, но комната внутри дома не будет освещена им. That sunlight illuminates or gives light even in the cave of the mountain. Но солнце может наполнить светом даже пещеру в горе. So in the same way, Viraha manifests the sweetness as well as the opulences. Поэтому разлука Вираха являет и сладость, и великолепие. But Milan always enlights the beauty, the sweetness only. Но Милан встреча только освещает сладость. Whatever Shri Vrijgopika Gaura is saying and they are glorifying Shri Krishna, that is already always exists in Krishna. Demands on Aishwarya. То есть то, что Гопи описывает, говорят в адрес Кришны, на самом деле существует в нем. Это Видьяман Махима. It is not manifesting or coming out only by the love, as Sri Raja Bharat has affection with the deer. Потому что в ситуации с Бхарат Махараджем это было Авидьяман Махима, то есть несуществующая слава, но в ситуации с Кришной Гопи действительно Кришна обладает теми качествами, о которых говорят Гопи. But this glorification is based on the love attachment with Shri Krishna. То есть их любовь, их вот эти комплименты, прославление в адрес Кришны, они выражение их сильной любви к нему. And why the person gets that the lover is saying that is not required and that is not expected ever, then they became very much perturbed. И когда человек слышит что-то неожиданное в свой адрес, это его удивляет, сбивает с толку. So we were discussing the dialogue between Shri Krishna and Shri Gopika. Shri Krishna has told
10 sentences, 10 shloka, and gopis are respectively answering those 10 shloka. Мы слышали о том, как Кришна обратился к гопи 10 фразами, и гопи ответили ему на эти 10-11. In the fifth shloka, Shri Krishna told gopis. В пятой фразе Кришна сказал гопи. Tadyat macharam goshtham shushrushadvam patin sati krimnant vassa valasya tan payat duyato. O Gopikaran, you return to your homes and your husbands, your children, they are waiting for you. They are shouting, Krinant Vassavadhasya Tan Payat Duyato. The cows are very much eager for milking, so get milk them and just feed the persons, the children. И Кришна сказал, Гопикан, возвращайтесь поскорее домой, потому что вас уже повсюду разыскивают мужья, они требуют вашего возвращения, младшие в доме все вопят, пора коровы мычат, пора их доить и кормить всех. Now the gopis are answering this sentence of Shri Krishna. И гопи уже отвечает на вот эту фразу, сказанную Кришной. Синчанганастадхарам уркену хасавалоп калькита жхрчаягним ночедвайм вехаджаг нупьюкт деха дьяненям падеюхо падьюм сахите. О сахи, о my friend, синчанганастадхарам уркену, please give us, offer us your nectar of your lips. О, дорогой, угости нас нектаром своих губ. Because you have emits the fire in our heart. Ты разжег пламя в наших сердцах. And if a person emits fire in any house, he has to go to hell because he is doing a great sin. Если по чьей-то вине начался пожар в чем-то доме, то этот человек отправится в ад, потому что это величайший грех поджигать чей-то дом. You have put first your smile, has, as a kapur. Camphor. Your smile is just like a camphor. Сначала ты заманил нас своей улыбкой, подобной камфоре. Has avlok. Your smile, avlok, your looking is just like the flame. Твоя улыбка подобна камфоре, а твой взгляд подобен там зажженной спичке. And your playing banshi. That means the noise of your banshi. That is just like the oxygen. То есть твоя улыбка это камфора, твой взгляд это искра. А твоя мелодия, твои флейты это кислород. So has avlok or kalbita hrchayagni. Has is karpur, avlok is the spark and the kalki. That is just like the air. So you are offering whole three things. And in this way, you have burnt our heart. You have given the fire in our opera, in our heart. Ты зажег пламя в наших сердцах своей улыбкой, взглядом и своей флейтой. So our hearts are burning. We are burning. Теперь наши сердца горят в пожаре. But you will get the sin for burning our hearts. Но реакция вся за этот пожар пойдет к тебе. Ты будешь нести ответственность за эти последствия. And you will get that path of killing the avalagan in this way. We are without power. We are a very delicate ladies. And you are a brave person. Never fight with avalagan. But you are so cruel that you are giving fire to us.
ты повинен в том, что ты убил стольких беззащитных девушек своим поступком, поэтому ты можешь сейчас спасти ситуацию и не страдать в аду за этот грех. So though we are burning, even then we have some relationship with you, so we cannot collect that you may go to the hell. Поэтому мы о тебе переживаем, потому что ты нам не безразличен, твоя судьба, и нам не хочется, чтобы ты оказался в аду, поэтому давай мы тебе прислушаемся к нашему совету, как исправить эту ситуацию и не заработать такую плохую карму. If a person has committed such a sin, then Shastra also gives some remedy of that. Потому что у Шастры есть предписание, способ откорректировать такую ситуацию, если человек так сгрешил, то есть вид искупления вины. If he has a little discrimination and he has a little knowledge, then that such a person who has committed such a sin, he should try to extinguish that fire. Потому что если человек не совсем дурной, и хоть толика разума у него имеется, и он зажег, вот начал такой пожар, то он должен его потушить. If even a glass of water, even a pitcher of water, he is throwing on that burning hut, then he will not get the power, and he will be relieved from that sin. То есть если он хоть какую-то малую попытку совершит, хоть там стакан воды вылит на этот горящую эту избу, то он уже избавится от вот этих ужасных последствий за такой греховный поступок. Хоть там немножко побрызгает чего-нибудь, но уже хотя бы он старается. In the same way, you have burnt our heart. And if you will provide your adharam to us, a little drop of adharam even, you will throw on us, then you will get rid from that sin. Поэтому ты зажег вот этот разжег огонь в наших сердцах, вот уже полыхает там пожар, еще не поздно, ты можешь спасти ситуацию, пролей каплю адарамиты, нектара своих уст и потуши этот пожар немедленно, и все будет хорошо. So we are for your welfare. We are suggesting you that Sinchan Naspat Adharamit Purikeno. Please give us your adharamit so that our fire, is it extinguished or not? But you try a bit even, then you will get rid from all sin. То есть мы не о себе переживаем, а о тебе беспокоимся. Поэтому ты можешь хоть как-то сейчас повлиять на ситуацию. Мы не знаем, потушит эта капля твоя дарамрита этот пожар или нет, но в любом случае хотя бы тогда искупишь свою вину, сделав эту попытку потушить этот пожар. То синчанг наспат адхарамрит курикену хас абулок калгитач. You have emit that fire with your хас. Хас is just like kapu. The абулок is just like the spark of fire. And the калгит, that is the wind, that is the air by which that fire was increasing. And now, if you will give even a drop for that, then you will not get that sin. And if you will be sinful and you will be punished, then we will get very, very much perturbed. We will get very much sorrow. But if you get in any way rid from that sin, then we can die satisfactorily. And we can adopt the death satisfactory. And Gopi говорит, мы сейчас очень переживаем за твое будущее. Очень переживаем за твое будущее, потому что твоя вина очевидна. Это твоя улыбка, взгляд и мелодия твоей флейты, которые разожгли этот пожар, и теперь тебе хотя бы надо постараться какую-то попытку совершить, искупить свою вину, чтобы ты не страдал от реакции этого греховного поступка, поэтому хотя бы дай каплю адарамриты, и тогда мы умрем уже спокойно, не волнуясь о том, что ты отправишься в ад. Otherwise, we will leave our heart. We are not blaming you that you have given us fire. We
ourselves are intended to give up our lives and offer our life in the heaven. So we are ready for that. То есть мы тебя винить не собираемся ни в чем. Мы сами готовы умереть уже, предложить нашу жизнь в эту в хаван, как в этот огонь. So ноче вэм бэрэджак нупьюкта деха дьяне ниам падио падвим сакете. We will offer a yagya where we will offer our lives to the virha agni. То есть в этот огонь мы готовы предложить провести ягью, подношение сделать хавана своей жизни. В это пламя разлуки, вираха это пламя огни. Вира is just like a agni, fire. And as in a yagya, a person have previously the sankalp. He previously have the sankalp, the vow, vow. And he says that I am doing this yagya for this purpose. In the same way, we will also take a vow. То есть, братья Гопи, потому что вираха, разлука подобна огню и подобна тому, как человек принимает обет, какой-то обет, совершая ягью. И братья Гопи говорят, мы тоже готовы предложить свою жизнь, как хаван, в пламя, в это пламя разлуки. The vow will be in this way. Bho Krishna Vira Agni, Vayam Asmakam Dehan, Sadev Jomaha. O Krishna Vira Agni, we are ready to offer our bodies to you. То есть наш обет будет, что мы готовы, о Вираха Агни, мы готовы предложить свои тела тебе. So that we can get a result. И мы жаждем получить следующий результат. By offering this, you place us in such a way, unseen or unsealed in the soil of the Brijraj. So we are not seen. Мы отдаем тебе свои тела, а взамен мы просим, чтобы ты нас в невидимой форме, скрытой от глаз всех, поместил куда-нибудь в пыль Браджа. And we remain in the soil, concealed and unseen. И мы будем там оставаться невидимы ни для кого. When Shri Krishna go to 10 gakaus and he will place his tesis on the earth, then his taste are, his foot are always touching our breast. И тогда Кришна, и мы будем находиться в этой пыли Враджа, в тропинках и дорожках, и когда Кришна будет выводить коров, пастись, Кришна будет ступать по нашим сердцам. At that day, in this day, we can have the contact and we can have the sweetness of the touch of Shri Krishna's feet. Тогда мы всегда можем пребывать, испытывать сладость прикосновения стоп Кришны к своей груди. So if you are angry to us and you are not ready to give us your meeting to us, we are not getting your feet to let them touch our breast. Even then, we will offer ourselves, we will burn ourselves, offer ourselves in the Viraha Agni and offering in this way, sacrificing in this way, we will get your meeting. И Гопи говорят, Кришна, если ты добровольно не хочешь проявить такой милости, поставить свои стопы на нашу грудь, то мы все равно добьемся своего, мы просто умрем сейчас, мы отдадим свои тела этому пламени разлуки и окажемся в пыли Браджа, и ты будешь вступать по нам. So in this day, option is open. If you are not accepting us, you are refusing us, even then, we will sacrifice ourselves. And in this that way, we will get your meeting, the touch of your lotus feet to our breast. Ты сам выбирай, Кришна, из этих двух вариантов, или ты сам поставишь свои стопы на нашу грудь, или мы все равно обретем прикосновение твоих стоп, но оставив жизни. But even then, we are just protecting. Being having the anxiety that
feel at that position, we will feel your touch on our breast, but you are also feeling our touch, the touch of our breast in your lotus feet, but you are not seeing you, us, but we are seeing you. Но мы тебя предупреждаем, если случится второй вариант, так произойдет, что нам придется умереть, то мы будем чувствовать прикосновение твоих стоп на нашей груди, когда ты будешь ходить по Враджу. И ты будешь чувствовать тоже, как наша грудь касается твоих стоп, но мы будем видеть тебя при этом, а ты нас видеть не будешь уже. As we are concealing the soil, so we are having your touch, feeling of your touch, but you are not having feeling of, well, you are not seeing us. You are having that feeling of our touch, but you are not seeing us. So you will be very much sorry that from where such a beautiful, such a glorious touch is found here. То есть ты поймешь, что ты потерял позже в том ситуации, потому что ты будешь чувствовать прикосновение наших тел к твоим ногам. Но ты уже не сможешь нас увидеть и не сможешь нас осязать. И ты будешь восхищаться там, откуда такое прекрасное прикосновение приходит. And at that time you will be very much perturbed. И тебе уже будет очень тошно, Кришна. And seeing your uneasiness, we will also feel uneasiness. И по этому поводу мы переживаем сейчас, что мы знаем, что ты, делая неправильный выбор, потом сильно пожалеешь. И нам будет тебя снова жалко потом. In this way, our whole sacrifice will be ruined and will be in vain. И какой толк будет от этой жертвы, которую мы принесем, если все равно проку от нее будет мало? So please do not do such a thing, such a work by which we are sacrificing ourselves. Even then, you are not getting the full satisfaction. Then what is the meaning of that sacrifice? Поэтому не доводи нас до такого экстрима. Мы готовы на все, мы готовы умереть, но все равно никакого удовольствия ты в результате не получишь. Поэтому это будет напрасной жертвой. So please come and offer us your nectar of your lips. Поэтому просто подойди и угости нас нектаром своих уст, Кришна. The sinchamana stot adharam purgino. Just water us. Sinchanina, just rinse us, satisfy us with your adharamba. Hasavalu kalkita jirchyakni, by that you have emit that agni that will be extinguished. Поэтому лучше потуши вот эту агни, эту вираху агни, это пламя в наших сердцах нектаром своих уст, Кришна. If you will not do this, then being nervous and being very much sorry, we will sacrifice ourselves and immediately we will have the wok in our hand. Having the butter, we will take this wok. Если ты не сделаешь этого, Кришна, то мы готовы уже ко всему. Мы тогда будем, взяв жизнь в руки, мы предложим свою жизнь как хаван в пламя разлуки и уйдем. Кто Кришна Вирхагни, Ваям Асмакам Дехан, Садев Кришна Вирхагна, Джухма, Ен Асман, Татха Сапайо, Ятте Ятсаха, Свач Падакшепан Каршети, Татте Татре, Асмак Куч Парчая, Ев Тасасья. So, please place us in such a concealed way, in this soil, that wherever Shri Krishna paces, he can feel the touch of our breast to his feet. And in this way, Shri Krishna will be very much happy getting our touch. But by not seeing us, he will be very much perturbed. Потому что мы готовы к тому, чтобы пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы получить плод яги, стать невидимым, скрыться в пыли Браджа, и чтобы у Кришны была возможность чувствовать прикосновение нашей
груди, но и это будет доставлять ему удовольствие, но его будет очень печалить, что он не сможет нас видеть, потому что мы будем невидимыми. So in this way, we will get the facility of seeing him as well as touching him, but he will get only one facility. He will touch us, but he cannot see us. При таком исходе у нас будет возможность и чувствовать его прикосновение, и видеть его. Но он сможет чувствовать наше прикосновение, но видеть нас не сможет. So that he will be very much perturbed, and seeing his sorrowness, we will also be sorry. Мы предвидим, что такая ситуация очень сильно расстроит его, поэтому мы уже опечалены заранее. So please give us your lips. Поэтому Кришна, пожалуйста, приблизься к нам и прикоснись к нам губами. And listening this, Shri Krishna started to smile. И услышав эти слова, Кришна улыбнулся. As if he is saying that normally in previous, I never get such the fortune that the Nayaka is praying directly to give him, give her the Adharama. Кришна ухмылялся, думая, никогда так на меня девушки не бросались, требуя от меня поцелуев. Because Nayaka never says in this way. Героиня. She always gives his consent, his anumati, by gestures only, but by speaking, by language, she never gives his consent. То есть героиня может как-то жестом или взглядом выразить интерес в поцелуях героя, но никогда открыто, так откровенно словами она не будет ничего говорить. He succeeded in this thing. Этот Расик Шарамани Кришна так долго жаждал услышать таких откровенных слов, и вот наконец ему посчастливилось услышать их. So in this way, Shri Krishna became Krishna started to smile. И он стал ухмыляться довольно. But Gopika became ashamed. Но после того, как гопи произнесли эти слова, они смутились, понимая, что так как-то очень откровенно они повели себя. And seeing the shyness of Brij Gopika Girl, Shri Saraswati immediately presented there, and she sang, and she saved Shri Brij Gopika Girl. И увидев смущение Брадж Гопи Сарасвати, тут же пришла на защиту и спасла их из этой ситуации, выручила их снова. And she suddenly turned the whole meaning in the mood of a monk. Полностью изменила смысл слов Брадж Гопи, превратила его в настроение, преподнесла его в настроение мана. As if gopis are saying, Sinchangana Skoda Dharma Purgeno Hasavaloka Kalgita Jharchyagnan. О, Кришна, don't touch us. Кришна, не смей касаться нас. We know that Hasavaloka Kalgita Jharchyagnan, seeing our smile, seeing our wiggling eyes, seeing our Hasavaloka and Kalgita, and seeing our singing, the melody of our singing, you have the cupid in your heart. Мы знаем, что ты воспылал страстью к нам, увидев наши прекрасные улыбки, наши игривые взгляды. Ты зачаровался звуком нашего пения, и теперь ты пылаешь в пламени страсти к нам. So you are very much keen to have the nectar of our lips for you. Мы догадываемся, что ты хочешь утолить свою жажду нектаром наших уст. But we are never going to give it to you. Но даже не мечтай, ничего ты от нас не получишь. And if a person is very much greedy for something,
Then his salva became to shake from his from the tips of his lips. Когда человеку сильно чего-то хочется, у него начинают слюнки течь. And while the salva is coming out, когда текут слюни, then the person try to lick it from his own tongue. Если жадный человек, когда уже слюни текут, так ему что-то хочется, он начинает сам облизывать свои слюни, подъедать. So since I'm the spot on harmless purkeva, while the salva is coming from your mouth, you just lick it. Мы видим, ты уже истекаешь слюнями, Кришна, сам облизывай их и утоляй свою жажду, свои дары обретай. То есть ты не рассчитываешь, что мы поделимся нектаром своих губ с тобой. So, Sinchang, oh, dear, Sinchi, just you lick your lips. Поэтому оближи свои губы. Довольствуйся своей слюней, просто оближи себе губы и все. Синчанг, тот Абрамат Пуркено, наха хасава локу калгита жатчакрин, singing, you became so much greedy. So your salva is shedding. So via you have the removal of it yourself. We are not going to do any remedy of that. Мы поняли, что мы уже увидели, что увидев наши взгляды, наши улыбки и наше прекрасное пение, ты просто, у тебя такой аппетит появился по отношению к нам, но мы тебе никак в этом деле помочь не можем, поэтому просто облежи себе сам губы и успокойся. If you will do any, use any power for that, without our consent, if you try to touch us, or you are using any power, then remember, Virajagnukyuktadeha, we will leave our lives. Если ты попытаешься добиться нас силой, то мы тебя сразу предупреждаем, мы тут же оставим тела, потому что мы очень добропорядочные, праведные девушки, мы не позволим тебе касаться себя. Our patavritti is being broken. So in the viraha of our patavritti, our chastity, we are ready to sacrifice our lives even. Если ты посмеешь осквернить нас своим прикосновением, то тут же ради то есть испытывая верность своим мужьям, мы тут же умрем в огне разлуки с ними. So noche dvayam virajagni upyukta deha in the fire of viraha. Burning fire of viraha, we will offer our lives to that viraha. Тут же отдадим свои тела пламени у вирахи. And dhyane naya upadhi. Even in our thinking, in our meditation, we will not touch you. Мы даже в мыслях не захотим тебя коснуться. So dhyane naya, naya is separate. Dhyane naya. The Mingwas, we will meditate you in offering. We will meditate you, and in that way, in trance, we will get your meeting. But here is they are in negative mood. They are saying that Dhyane Nayamo, we will not even touch you in our imagination. То есть предыдущий смысл был, что мы когда умрем, то мы будем в Дьяне, то есть медитировать на контакт с тобой. А сейчас в этом значении уже то, что Гопи отвергает, он говорит, даже в уме нам не придет такая идея коснуться тебя, Кришна, ты же в Дьяне. As you are our friend, so we are suggesting it. Так как мы хорошо к тебе относимся, дружелюбно ты наш друг, то мы тебя предостерегаем сразу о последствиях. So in this day, Saraswati ji, just help and Saraswati ji maintain the glory of Vraja Gopi Kala. Status of Vraja Gopi Kala, because Nayika should always have the denial mood. She should not very humbly request directly by speech. She never speak propose for meeting.
if she is giving any consent even, that consent is always given by gestures only, not by the language. But here, Shri Krishna listening that Shri Gopis are directly, speechly, they are praying for the meeting. So in that way, the status of Brijgopatana became lower. So Saraswati is protecting him, and Saraswati is just converting the whole meaning into the denial mood. Сарасвати пришлось снова вмешаться в ситуацию, потому что вот это откровенный призыв Кришны поцеловать их звучал очень непристойно, потому что в законах расы девушке не положено донимать героя, быть такой настойчивой, откровенной, что-то так открыто выражать. То есть девушка может взглядом или как-то жестом очень деликатно, культурно намекнуть что-то, что ей хочется, какое-то выражение ласки героя, но ни в коем случае не так. И поэтому Сарасвати, страшась, что статус гопи, что они выглядят униженными в этой ситуации, что так недостойно, то тут же она изменила смысл их слов. Gopi now adopted wait and see. So they were saying, thinking that let us wait and we should confirm that what Shri Krishna is saying. And while Shri Krishna told the Athava Amad Vishnaya, the next verse, Athava Amad Vishnaya Bhavanto Yantratashaya Agata Huprapannambaha Priyante Mai Jantavaha. O Gopikagar, I know it. That Athava Amad Vishnaya, you have love for me. Bhavanto Yantratashaya, you are attracted to me. Yantrata Ashan is your heart, is attracted, is bound to me. Bhavanto Yantrasya Agata Huprapannambaha. And you came here, reached here to see me. Alright. Now Uppannambaha. Now it is completed. You have seen me. So now you should return to your homes. И когда Кришна сказал Брадже Гопи, я понимаю, дорогие гопи, что вам сильно нравлюсь, что ваши сердца принадлежат мне, что вам хочется полюбоваться мной, и с этой целью вы пришли сейчас сюда ночью в лес, но вот я стою перед вами, вы уже вроде полюбовались мной, пора вернуться домой. Listening such a rough and rude words from Shri Krishna, Shri Gopikarana became very much perturbed and they cannot check them and they just burst and try to they pray to Shri Krishna. Эти грубые, неуважительные слова Кришны настолько ранили сердца гопи, что они разрыдались и сказали ему следующее. Ки ярям буджакшатау падаталам рамая даттакшалам кочарани янаприясио аспракшатат прудананди самакшаманго стапунутрояди рамата ватпаре амаха. O Krishna, in the infant age even, in the childhood even, we have played with you. And at that time, Yari Ambujaksha, oh Ambujaksha, your eyes is just like the lotus, the leaf of lotus, petal of lotus, petal of lotus. So Ambujaksha, oh beautiful eye, Shri Krishna. Tau pada talam ramaya. When we touched your feet so many times while we are playing, as the children used to play, so we are also playing with you. And we have touched your feet. Dattakshayam kuchirani janapriyasyo. So while we have touched your feet, tatpurvati, from that moment, anya samakshamango sthatum tvayave ramutan vat pariyama. And you have also had meeting with us. So tvayave ramuta, we got your meeting even. Then remembering that sweetness, we cannot stay before any other man.
men. So how we can stay before any other men? Because you are so sweet that anywhere else we will not get even a drop of that sweetness as you are, you have the ocean of that sweetness. So trayaviranta bhaktaryamaha, we will not stay before any other person. So while we played, having that, we will not stay anywhere else. Аллатасалки Кришна, с раннего детства мы играли с тобой. И мы ползали вместе, мы играли в разные игры, и мы касались твоего тела, мы прикоснулись к твоим ногам, к твоим стопам. И с тех пор вот это воспоминание этой неописуемой сладости настолько завлекло нас, что для нас невыносимо, неприемлема даже идея быть рядом с другими мужчинами. То есть ты океан сладости для нас, и эту сладость мы не найдем нигде и ни в ком. И даже сама идея быть с другим кем-то невыносима для нас. If any person doubts or anybody questions that why have you touched the feet of Shri Krishna, you should not do it. Если бы кто-то сказал, почему вы касались стоп Кришны, вам не положено этого делать. So gopis are saying, it is not strange, because Datta Bhaya, your feet are always protecting and giving the Abhaya, give the protection to all persons. Гопи говорит, что тут странного, что мы коснулись его стоп, потому что стопы Кришны всегда защищает всех. Аранниджана Приясио, you are even protecting the Аранниджан, the beast, the other animals and other vegetables of Vrindavan. You are also protecting every tree, every river, every pond, every person, every creature, even the bees of Vrindavan. So Aranya Jana Priyasya, everyone loves you. Аранья Джан, что Кришна, что тут удивительно, ты покровительствуешь всем, даже живущим в лесу, Аранья Джан, животным, насекомым, деревьям, озерам, рекам. Ты являешься покровителем, защитником для всех. So while everyone is loving you, and then if we are loving you, then it is not strange. Поэтому все любят тебя, Кришна, потому что удивительного, что мы тоже любим тебя. Because we are your friend from the very childhood. Мы же дружим с тобой с младенчества, с детства практически. We are your next door neighbor even. Мы соседки твои. We are living in the same village where you are staying. Живем все в одной деревне с тобой. So being your neighbor, being your very much close, if we are playing with you, as the children used to play, we are also playing with you. So there is no a strange thing. Это в норме вещей, что соседские дети играют всегда все вместе во дворе, и поэтому тут ничего удивительного, что у нас такая крепкая дружба с тобой, такая сильная любовь к тебе. And even then, we are manushya. We are manushya. We are human. И мы еще при этом люди. And you are so beautiful, so full of sweetness that you have not left even the wife of Narayana, who is the epitome of the whole universe. So you have not left even that lady, Lakshmi. So if we are attracted to you, then who can blame us? То есть мы девушки, простые, смертные девушки. Если ты очаровал саму богиню удачи, которая сама красота и сама очарование и предел всего в этой вселенной, супруга Нарайны, то что же говорить, что тут удивительного, что мы обычные смертные пастушки влюбились в тебя? Shri Lakshmi is residing in Mahavaikunth. Лакшми живет на Махавайкунтхе. He is the wife of Shri Narayana. Она супруга Господа Нараяны. And he is having the place of and he is playing on the chest of Shri Narayana. Она имеет полное право играть на груди Господа Нараяны.
Even then, Lakshmi is attracted to you. Но все же она привлеклась к тебе, Кришна. And Lakshmi is having relationship, and she want to play with you in Vrindavan. Вы завели с ней какие-то отношения, и она хочет все время с тобой быть во Вриндаване. Lakshmi is very much keen to serve your lotus feet. Ей хочется служить твоим лотосным стопам. People say that Lakshmi does not have any discretion. Ну, странная она, конечно, это Лакшми. Что можно сказать? She got a very beautiful place, very comfortable and comfortable place. That is the chest of Shri Narayan. Непонятно нам ее поведение. У нее такое удивительное место. У нее есть такая возможность быть на прекрасной груди Господа Нараяны. But she want to serve the lotus feet of Narayan, leaving the chest. Она предпочитает служить его стопам, оставляя грудь. That lotus feet of Shri Narayan is not a very good place, not a alone place. Но это не хорошее место, потому что на груди у нее это исключительное право быть на груди у него одной, но у его ног крутятся и другие. Because every devotee get rest in the lotus feet of Shri Narayana. Все преданные имеют право быть у стоп Господа Нараяны. So that is not an isolated place. There is the crowd. And how Shri Lakshmi will get a meeting with Shri Narayana in that lotus place? Because there is no isolation. Там, то есть на груди, она может в уединении быть с Господом Нараяной, она переходит к ногам, где там такая толпа всех, и там никакого спокойствия, уединения она не найдет. Как она сможет с ним уединиться там? And one difficulty is also there. And that is, a co-wife is also living there. That is Tulsi. Там еще одна супруга живет у стоп, Туласи. So, Hiranyakasipu. То есть приходится делиться там еще с Туласи. So, Даттабхаям Кочарани Джанаприясио. Майя Даттабхаям Кочарани Джанаприясио. Аспакша Татпрутнани Самакшимангло. Статунтве Абьянта Даттабхая Маха. Even then, if I Lakshmi is requiring, is desiring to live in your lotus feet, then if we have touched your lotus feet, then it is not strange. И поэтому, Кришна, если сама Лакшми стремится быть у твоих лотосных стоп, то что удивительного в том, что мы коснулись их? So here, Амбуджакша, oh beautiful, I, Shri Krishna, Tau Pada Talam, we have touched your lotus feet, Ramaya Dattaksham, even Lakshmi is resting there. Kachid Aranya Priyasyo, you are so liberal that you are protecting even the other whole creatures. Those are in the forest. So we have touched your lotus feet, Aspraksha Tatpravati. We have experienced, we have witnessed the sweetness of your lotus feet. And from that day, we are not ready to touch, or we are not ready to being appear to any other human. О, лотосалки Кришна, с тех пор, как мы коснулись твоих стоп и вкусили их сладость, и что удивительного, сама Рама, богиня удачи Лакшми, хочет быть у твоих стоп. И осознав эту сладость, мы не хотим быть без нее, то есть мы не хотим лишиться этой сладости и вообще себе не представляем ситуацию, в которой мы должны быть с кем-то другим или видеть кого-то другого, кроме тебя. And Toya Bhiranta, that means we have the witness. We have witnessed your sweetness and we are met with you. So having that experience, we are not ready to go anywhere else. Вот этот опыт, то, что мы уже познали твою сладость и были с тобой, теперь это блок для нас. Мы не можем быть ни с кем другим. But Pariyama, will we able to stay anywhere else? That means no. Сможем ли мы теперь в таком состоянии быть где-то в другом месте? Нет, конечно.
And while Shri Gopika was requesting in this way, Shri Saraswati think that Nayika is praying with language, through language, not with gestures, and directly she is praying for the meeting of Shri Krishna. In this way, the glory of Nayika will be reduced, will be minimized. Then it will not be proper. So to protect the gravity, to protect the glory of Shri Brijgopakagan, Saraswati immediately present and she turned the whole meaning into the other way. И Сарасвати, услышав слова Гопи, подумала опять, хозяйки сказали слишком много и откровенно, придется сейчас изменить смысл, чтобы защитить их статус. И тут же изменила смысл слов ман. Saraswati is saying, O Krishna, Gopis, Saraswati on behalf of Gopis, he is saying, O Krishna, you cannot give this argument that previously I have touched you so many times. So let me touch you. No, it is not possible. Say again, Maharaj. Previously, while we are children, then you have touched us. So it is very natural. But if you are, as you have become, you have grown up, and we are also grown up, then now if you want to touch us, that cannot be allowed. И то есть теперь Сарасвати донесла следующий смысл до Кришны, что Гопи говорят: Кришна, ты может думаешь, что в детстве мы много играли вместе и трогали друг друга, ты трогал нас, думаешь, что то, что ты нас раньше маленьких трогал, то теперь тоже можно нас трогать. Ты так лучше не думай, даже забудь об этом, не смей к нам прикасаться. Мы уже повзрослели, и теперь совершенно иные правила у нас общения. In the childhood, the girls and boys, they all play together, and they touch each other, so there is no harm. То, что позволено детям, когда они, мальчики, девочки, играют вместе, трогают друг друга, это одно. But if we, now you are keen to ask, touch us, we will not allow you. Но мы тебе сейчас мы видим, что ты хочешь коснуться нас снова, но мы тебе не позволим этого сделать. So in childhood, while you are touching us, does we ever felt ashamed? Never. But now we cannot allow you to touch us. В детстве твои прикосновения не вызывали никакой стыдливости в нас, никаких странных чувств, но сейчас уже это совершенно неприемлемо для нас. So here I am with Akshata Upadatalama Maya Dattaksham. Rama can do. That means Lakshmi can give up his chastity. But we are greater than Lakshmi. Поэтому ты нас с Лакшми не путай, если она готова пожертвовать своим целомудрием ради тебя, это ее выбор. Но мы не Лакшми. So Ramaya Dattaksham, Ramaya is getting relishment by touching your feet, but we do not want to touch your feet. Ей нравится трогать твои стопы, ну и ладно, но мы не хотим их трогать. Kochit Aranyajan Priyasyo, now you should play with the Aranyajan, because who are your friend, like your boyfriend, you should play with them, not with me, ladies. Поэтому иди играй со своими Аранья-джан, тут зверушками всякими этими, обитателями леса, твоими друзьями. Мы девушки, нас трогать не надо. So if you are very much keen, then go to Aranyajan. Those tribal men, Aranyajan, and those tribal men, and to those wooden persons and creatures, priests, you play with them. Поэтому и нас трогать нельзя тебе, Кришна. Если тебе так хочется кого-то потрогать, там есть пулинди, аборигены есть в лесу, есть зверушки всякие, деревья, иди там себе натрогайся вдоволь. Those days has gone when you can touch us. Те дни, когда... At that time, you are not ashamed. Now, we will not allow you to touch even
так нас. Забудь о тех днях, когда ты мог нас трогать сколько хотел, когда мы были маленькие, это уже прошлое, это тебе уже не светит в будущем. So previously Aspacha Tatpurhuta Nana Samakshamango. Previously we did it. And at that time, does we got any ashamed to stand before any other person? That is not. But now we are ashamed. We cannot allow it. То есть раньше для нас было приемлемо, когда мы все были маленькие дети, играли вместе. Это было в норме вещей, и никакого смущения мы не испытывали. Но на данный момент ситуация уже совершенно иная. И это вызовет величайшее смущение и стыд в нас, если ты посмеешь пытаться тронуть нас. Шри Кришна was smiling that whatever you pretend, let you pretend, but your previously version shows that you are loving me. So Shri Krishna is smiling. А Кришна улыбается в ответ на такое вот этот смысл мана, говорит, да, притворяйтесь недотрогами сколько хотите, но я знаю из прошлых ваших слов, как сильно вы меня любите. Because first version is the main. That is the main. So your heart is now open. So Shri Krishna is smiling. Первое слово дороже второго, подумал Кришна. Я уже все знаю о вас. Shri Gopi became ashamed, and then, being very much parted, he was replying the answer, the words of Shri Krishna. Shri Krishna previously said in the 7th shloka that Bharata Shushushram Sriyam Paro Dharmo Yamaya Tad Bandhu Nam Chikalyanya Priyanam Chashu Chamukushram. Гопи сильно смутились, и затем в ответ на седьмую фразу Кришны они ответили. That this is the duty of a wife, of a lady, that he should serve his husband. Когда Кришна сказал им, что обязанность жены служить своему мужу. That is parodharma. Amaya, she should serve his husband without any deceiving attitude. Без всякого лицемерия и криводушия. With full intensity. Верно. She should serve his husband and have the love with his husband. То есть качественно и верно она должна заботиться о муже, ухаживать за ним. И любить его. Так Бандху нам чакальяна, she should serve his relative sibling. И родственникам тоже. Родственникам мужа тоже надо служить. So Gopi is answering this prayer. Гопи отвечает на эту идею Кришны. Кирьят пар Шриет Падам Бхираджа Чакме Тулсия Лабдхаби Вакшас Падам Килбхрити Джиштан Ясья Свабикшан Кришне Сваприяса Тад Бхатвайам Читтау Падая Пхапаннаха. О Кришна, don't say this. We have come in the shelter of your lotus feet. Please give us your Adharamrit. Because Lakshmi is also eager to get it. Кришна, так говорить не надо. Мы пришли сюда искать покровительство под сенью твоих лотосных стоп. Поэтому просто поделись с нами нектаром своих уст. Лакшми тоже жаждет его. Шри, мистер Лакшми. Шри указывает на Лакшми. Яд Падамбуджи Раджа Чакме is desiring the Падамбуджи Раджа, the dust of your lotus feet. Лакшми жаждет подарать пыль с твоих лотосных стоп. Чакме means desiring. Она жаждет. Лабдхапи Бхакшаспадам. It was described previously. Lakshmi have got the place on the chest of Shri Narayan. Лакшми занимает эксклюзивное место на груди Господа Нараяны. But she is not satisfied by meeting of Shri Krishna. That means the Dasya Bhakti or the service is the main thing. The Angasanga, meeting of the bodies, is not main thing.
То есть вот это анга-санга, то есть просто физическое общение ее не устраивает, ей хочется служить. Поэтому она хочет тоже занять место у стоп, проявляя дасью, настроение служанки. Physical joining, physical meeting is not very much full of satisfaction, full of sweetness. The main sweetness is while a person serves to the other. То есть вот сам физический союз, интимный союз не содержит в себе столько сладости, сколько содержит общая забота, ласка, ухаживание за объектом любви. In love, in prem, the anga-sanga is a very teeny thing. То есть в преме, в любви, вот это сам интимный союз занимает крошечное место. The great love is where значимость. A person is always prepared to serve in any way. So service is the main thing. Anga-sanga is not main thing. Анга-санга – это не главное, это второстепенное, потому что главное – это желание служить постоянно объекту любви, ухаживать, заботиться об объекте любви. Вот это и есть истинная любовь. So that is why Shri Lakshmi is getting endless Vishwanarayan, but she is not satisfied. And she wants to leave the endorsement and want to serve the lotus feet of Shri Narayana. То есть Лакшми готова выбраться из объятий Господа Нараяны, чтобы служить Ему, потому что сами по себе объятия ее не устраивают, ей хочется проявлять свою любовь к Нему служением. Though she knows that in the lotus feet of Shri Narayana there is crowd, it is not isolated. Хотя она знает, что там много других у его стоп, что ей придется делиться служением и местом там с другими. There one co-wife is also living there. И то есть еще одна соперница, то есть другая жена еще тоже пребывает там именно у стоп. Tulsi is all there. Tulsi. Tulsi is also there. Even then, Shri, and she knows it very well that I will not get the isolation. Even then, she, Lakshmi, is leaving the embracement of Shri Narayana and trying to serve the lotus feet of Shri Narayana. That means Shri Lakshmi wants to get a better relishment, better joy of love. То есть Лакшми прекрасно понимает, что лишившись своего уникального положения, которое она занимает на груди Господа, ей придется делиться служением и местом с другими у его стоп. Но все же она предпочитает вот это служение, потому что там она имеет возможность выражать свою любовь лучше, испытывает больше удовлетворения от возможности служить. The best form of the love is service. Лучшая форма любви – это служение. So, Tadvan Ben Chattopadhyaya Prapannaha, while a goddess of Param Vyom, she is also keen and she is also eager to serve you, then we are your neighbor, we are from your childhood mate, then why do we do not like to serve and touch your feet? Если повелительница Вайкунтхи жаждет быть у твоих стоп, Кришна, то что удивительного в том, что мы, твои подружки с детства, хотим тоже быть у твоих стоп. So now we are surrendering ourselves to you. Поэтому мы предлагаем себя тебе сейчас, Кришна. And Shri Krishna was very happy that I am succeeding. Довольный. However, I want Gopigar are saying it with their mouth, with their language. Он довольный, Кришна ликовал, что наконец-то он вынудил Гопи сказать то, что он хотел услышать из их уст. And seeing the emotion of Gopis, Shri Saraswati did not tolerate it, and Saraswati just turned the whole meaning into the negative, into the denial mood. Ситуация совершенно не устраивала Сарасвати, вот это унижение Гопи, их мольба, поэтому она тут же изменила смысл их слов манмудру. As if Gopis was saying, we are not like Lakshmi. И она изменила смысл. Гопи сказали, мы совершенно не такие, как Лакшми. Lakshmi can be disturbed from her chastity, but we will not leave our chastity.
Ты мог разрушить целомудрие, праведность Лакшми, но наша праведность тебе не под силу. We will not touch you in any way. Мы никоим образом тебя касаться не собираемся трогать. So, are you thinking us to be Lakshmi? We are not such a lady who have such a trembling ideas. We are that firm idea. We will not touch you. Мы не такая легкая добыча для тебя, как Лакшми, поэтому ты не думаешь, что мы такие. Мы не поддаемся твоим чарам. So they are saying, "Tanna prasid vijnardan teng mulam prapta prasidjivas istad pashnasha." So please excuse me, and in this day, three sentences are also. We will continue. Мы на этом сейчас завершим. So we have 1 month or I don't know how much time we have, and we was intended to complete the whole Ras Leela. First chapter is so beautiful. First adhyaya is so beautiful and full of so many meanings. Shri Vishnu Chakravarti has described very beautifully, and Shri Jiva Swamiji has described very beautifully. And on the basis of Shri Vishnu Chakravarti and Shri Jiva Goswami, we are just trying to distribute that nectar. Even then, it is very much beautiful. We will try to cover the whole Leela, but it seems to be very. Сейчас мы закончим. Yes, then we will try to it completely. Мы сейчас закончим на вот этом, потому что у нас были такие амбиции услышать всю Раса Лилу за месяц Картики, но вот так таким ходом, как мы идем, это как-то сложно сделать, потому. What? I'm translating. Но тут сейчас мы не уложимся в один месяц, потому что лишь одна глава настолько прекрасна, что и Джива Госвами Пада, и Шрила Вишванатха Чакраварти Такур написали такие замечательные комментарии, что я пытаюсь делиться этим нектаром с вами, и, конечно, занимает это много времени, может, за 2 месяца мы уложимся. This is connected to our grandfather. Once a person, a listener, audience, one of person from audience, told him that you speak so vividly and so wide that sometimes it becomes very much boring. So just you complete it. And he said that what can I do? The words of Srimad Bhagavat always makes hindrance and I cannot move. И однажды это случилось с нашим дедушкой, что он повествовал Шримад Бхагаватам, и кто-то в аудитории сказал: вы так долго рассказываете, так вычурно все, знаете, уже скучно мне, давайте вы побыстрее будете как-то двигаться через шлоки. И дедушка сказал: ну что я могу сделать, вот эти каждое слово Шримад Бхагаватам чинит мне препятствия, не дает мне двинуться с места быстрее. So in the same way I was thinking that today I shall complete this Я был уверен. Birds has make hindrances, and I could not. Я был уверен, что сегодня я завершу пранайгиту, но каждое слово чинит мне препятствия, и вот опять не получилось этого сделать. Балован Бихари Лал Ки. Джай. Вопросы? Yes. That's right. Very beautiful. Экстремальная вот эта шлока средняя. Very beautifully explained the nectar and ideas. Those words suggested by every word. So that is beautifully suggested by Shri Krishna Chakravarti. Hare Krishna. Я не знаю, в чем дело. Govind Jai Jai Gopal Jai
Hari